В народе говорят, да не оскудеет рука дающего. Это правило известно с библейских времен и восходит к моральным принципам иудаизма. У входа в бруклинский реабилитационно-оздоровительный центр Aqua Health выстроилась очередь за наборами кошерных продуктов для пасхального стола. Их шестой год раздает нуждающимся накануне еврейского праздника Песах благотворительная организация Be Proud Foundation. С самого раннего утра волонтеры раскладывали продукты по сумкам. К волонтерам присоединились нью-йоркские политики. Лидер демократической партии в 46-м избирательном округе Бруклина Марк Давидович, председатель Бруклинского районного общественного совета номер 15 Терриса Скава, депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Уильям Колтон. А депутат Ассамблеи Стивен Симбровиц сказал: «Я каждый раз удивляюсь, сколько доброго и полезного делает благотворительная организация Be Proud Foundation, созданная русскоязычными американцами для помощи своей общине». В фойе центра собрались те, кто записался на получение продуктов. Пришли помочь полицейские. Среди них Альберт Мамон, недавно отличившийся тем, что, будучи в отпуске во Флориде и отдыхая на пляже Белл-Харбор под Майами, услышал крики утопающего, бросился в воду и вместе с другими пловцами, несмотря на высокие волны, вытащил на берег 17-летнего юношу. Он родился в семье иммигрантов из Киева и Одессы. Его наградили грамотой Ассамблеи штата Нью-Йорк. Передавая грамоту, депутат Ассамблеи Хелин Вайнстин сказала, что испытывает двойную радость от участия в благотворительной предпасхальной акции и от чествования полицейского, который, рискуя собственной жизнью, спас человека от смерти в океанских волнах. К поздравлениям присоединились и другие депутаты Ассамблеи, а также четыре коронованные победительницы конкурса «Ваше Величество, бабушка». Они поспешили встать рядом с полицейским, как только узнали, что он не женат. Кроме грамоты, полицейский получил в подарок алую коробку шоколадных конфет «Мелани». Растроганный Альберт Мамон сказал: «Я немножко говорю по-русски. Я родился тут, на Шипсет-Бэй». Он поздравил всех с Пасхой, кого с еврейской, кого с католической, кого с православной. А закончил полицейский на идыш. Это пожелание здоровья было встречено аплодисментами. Депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Алек Брук Красный заявил, что такому полицейскому не жалко дать не одну, а две грамоты. Президенту Бруклинской администрации Эрику Адамсу исполнительный директор Be Proud Foundation Раиса Чернина вручила пачку мацы и объявила его почетным евреем. Фотография на память историческая. Первый афроамериканский президент Бруклинской администрации с пачкой мацы в руке. После этого началась раздача продуктов каждому поименно. Человек расписывался и получал сумку из рук главы Бруклинской администрации или из рук депутата Ассамблеи. Эрик Адамс: «Тот факт, что сотни людей встали в очередь, показывает, насколько мы еще далеки от всеобщего благоденствия. Поэтому трудно переоценить добрые дела таких организаций, как Be Proud Foundation». Среди основных спонсоров благотворительной акции – телекомпания НТВ Америка. Люди покидали здание центра Aqua Health с тяжелыми сумками, полными продуктов. В этом году организация Be Proud Foundation подарила более 600 пасхальных продовольственных наборов. «Дающему да воздастся». Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер, Раиса Чернина, НТВ Америка, Бруклин, Нью-Йорк.